Никто не знает, где она находится, но все знают, как она болит. Один мудрый человек сказал: «Самое лучшее лекарство для человека – любовь и забота». Кто-то переспросил: «А если не поможет?» Мудрец ответил: «Увеличьте дозу». Совершенно не обязательно делать великие вещи. Можно делать и маленькие, но с великой любовью. Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то на небесах записывает это в книгу жизни и посылает счастье, о котором ты даже и не мечтал. Не верь тому, кто говорит красиво. В его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела. Золотое правило жизни. Не переживай за того, что ты не в силах изменить. Прими ситуацию такой, какая она есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, а просто одеваемся по погоде. «Увижу, поверю», — сказал человек. «Поверишь, увидишь», — ответил Бог. Мы никогда не получим то, чего мы хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начните благодарить Бога за то, что у вас есть, и Он даст вам то, чего вам не хватает. Бог дал тебе лицо, но тебе выбирать его выражение. Чем больше Бога внутри, тем больше счастья снаружи. Дружба подобна книге. Сжечь можно за секунды, но написать ее займет годы. Хорошие друзья достаются тому, кто сам умеет быть хорошим другом. Нет такой ссоры, которая была бы важнее дружбы. Когда есть для кого дышать, просыпаться по утрам, улыбаться, заваривать чай. Когда есть кого ждать, есть кому говорить: «Я люблю тебя тоже», хочется жить. Не красота решает, кого мы любим, а любовь решает, кого мы считаем красивым. Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью. Каждый день начинай с победы над своей ленью, над своими страхами. Впереди замечательная жизнь. Бог не сможет благословить ваши шаги, если вы не переставляете ноги. Молитва должна быть первой реакцией, а не последней надеждой. Если жизнь поставила вас на колени, то это самое удобное положение, чтобы обратиться к Богу в молитве. Бог не открывает дверь мудрости тем, чьи сердца закрыты. Если вы найдете время для молитвы, Бог найдет время для ответа. Господь, помоги нам доверять Тебе все, чего мы не понимаем.